Спил деревьев – одна из актуальных тем на сегодня. В Сочи сотни аварийных деревьев, их постепенно ликвидируют, в том числе с территории многоквартирных домов. Сегодня высохшее и опасное растение спилили у сотого дома на улице Пластунская. На очереди еще целый список, отмечают в администрации центрального района. Стараемся их как можно больше обработать, успеть, потому что, сами знаете, стихия, ветра, дожди. Корневая система у многих деревьев уже слабая, дендрологи обследуют. Те деревья, которые попадают к нам в списки, мы их отрабатываем в кратчайшие сроки. Сегодня же в центральном районе приступили к благоустройству территории вокруг лицея номер 23. Здесь, на улице Пирогова, восстанавливают дорожное полотно и благоустраивают тротуар, который ведет на улицу Виноградная. Корнями деревьев подняла асфальт. Значит, принято решение сейчас полностью демонтировать старый слой, сделать отсыпку и сделать новый тротуар. Снятие существующего асфальта это методом фрезерования. Вот. Потом устройство верхнего слоя толщиной 5 сантиметров. Все работы производятся с учетом СНИПов, ГОСТов. Вот. И как бы это есть гарантийные обязательства, как мы, как подрядная организация, на себя принимаем эти обязательства. Ну и как бы тоже и по срокам тоже укладываемся. Работы по замене тротуара и замене асфальтового покрытия планируют завершить в течение 2 дней.